Пуаро Агаты Кристи. В главной роли Дэвид Суше. Ключ к разгадке. Добрый вечер, графиня. Мы рады снова видеть вас. Ваш прежний номер ждет вас. Благодарю вас. Спасибо. Не правда ли, Пуаро? Город в это время года прекрасен. Да, приход лета нетрудно угадать. Нечто в воздухе, правда? Нет, просто вы едете с большой скоростью. Ладно вам, Пуаро, не больше 30 миль. Простите, старина, красный свет. Предпочитаю зиму. Зимой безопасней. Посмотрите, какое счастливое зрелище. А вы никогда не подумывали жениться? На моем веку у меня было 5 случаев, когда любящие мужья убивали своих жен. Да. И 22, когда они менялись ролями. Нет, спасибо. Женить бы это не для меня. А вот и зеленый свет. Мы можем ехать. Только потише. Договорились. Никаких аварийных ситуаций. Но вспомните эту парочку, ведь это же счастливая примета. Мистер Пуаро, вы вернулись? Вас ждет господин старший инспектор. Как инспектор Джеб? Вы говорите счастливые приметы, Гастингс. По-моему, у него что-то случилось. Он все время молчит. Инспектор? Добрый день, Пуаро. Капитан Гастингс. Инспектор. Прошу вас, садитесь. Что привело вас к нам сегодня? По правде говоря, моя работа. Неужели опять грозятся уволить, инспектор? Да, капитан Гастингс, если я не поспешу с расследованием. За 3 недели 3 кражи. И каждый раз драгоценности. Сначала пропали атертоновские бриллианты. Леди Атертон, это западное графство. Это произошло во время обеда. За столом присутствовали 2 герцога, герцогиня и 1 княгиня из России. Так что свидетели необычные. Высшее общество? Выше некуда. То-то и беда.
Вот комиссар на меня и давит. Действуй, говорит. А если что, он подкинет им козла отпущения. Козла? Ну, меня. Когда произошла последняя кража? 3 дня назад. 3 дня? Но уже слишком поздно. Ведь нужно ковать железо, пока оно горячо, не так ли? Что же нам делать? Подождать. Вор наверняка готовит следующее ограбление. Но для него это будет последнее. Сюда, прошу вас. Леди Ранкен, как хорошо, что вы пришли, и как прелестно вы выглядите. Ваши званые вечера всегда события, Маркус. Сегодняшнее не исключение. У нас сегодня играет Накора, известная пианистка. А вы слышали про Кэтрин Берт? Знаменитая контральта? Мой дорогой Маркус, да на нее невозможно попасть. Ну вот видите как. О, позвольте мне представить вам моего коллегу по Южной Африке. Мартин Джонстон, леди Ранкен. Очень приятно. Простите меня. Вы тоже коллекционер, мистер Джонстон? Простите? Ну, драгоценности. Ведь у мистера Хардмана самая лучшая коллекция в Англии. Леди Ранкен пришла? Да, я только что с ней разговаривал. Хорошо. Она действительно очень мила. Интересно, она по-прежнему скорбит о покойном лорде Ранкен? Ради бога, не будь таким легкомысленным. Такой уж я уродился. Да уж. А это кто? Это графиня Вера Русакова. Недавно приехала из России. Что ты говоришь? Я советую тебе не замахиваться на нее, мой дорогой. Отчего? Ты слишком прост для нее. Да? Io mai mi posa la sciarda morbida.
Где ты был? По делам. Ты не видел мои перчатки? Нет. Сейчас след самый, что ни на есть, свежий, Пуаро. Сообщили сегодня утром. Из-за тех трех краж пришлось ездить черти куда, а это возле Лондона. Расскажите мне про этого господина Маркуса Хардмана. Он коллекционирует драгоценности. Так что своего рода знаменитость. Устраивает грандиозные вечера. Так говорите, коллекционер? Да. Неудивительно, что таких грабят. Неудивительно, кстати, что иногда такие и грабят. Когда это произошло, все были в саду на концерте. Концерт в саду? Там был натянут шатер. Сэр. Это вы дежурили здесь вчера вечером? Да, сэр. Расскажите, что случилось? Было мое дежурство, сэр. Я проходил мимо дома мистера Хардмана около 9:30. Ну и? Видите ли, сэр, я кое-что видел. Это был бродяга, он шел от дома, вон там. Этот бродяга мог нести за пазухой ожерелье в 10 000 фунтов. О чем я знал, сэр? Ну, конечно же. Благодарю вас, констебль. Вы исправно выполнили свой служебный долг. Это ужасно. Ужасно. Все эти кривотолки меня доконают. Месье Хардман, когда вы обнаружили пропажу ожерелья? Сегодня утром. После вчерашнего я поздно встал. У нас были Накора и Кэтрин Берт, а сегодня, войдя в комнату... О, это было прекрасное изумрудное ожерелье. Но ведь оно застраховано. Застраховано? Нет. Ну, конечно, застраховано, но разве в этом дело? Оно бесценно. Понимаете, оно принадлежало Екатерине Медичи. Пройдемте туда. Месье Хардман. Это окно у вас закрыто? Конечно. Я покажу вам сейф. Что вам далось именно это окно? Как все остальные? С небольшой только разницей, мой дорогой. Буйный вьюн именно здесь доходит до подоконника. А месье Хардман слишком полагается на шпингалеты. Ах!
Вы тут что-нибудь трогали? Нет, инспектор, все так и было, когда я вошел. Открыл сейф, а изумрудов нет. А это что такое? Это ваше, мистер Хардман? Нет. Что вы думаете по этому поводу, Пуаро? Это мужская перчатка. Очень маленькая рука. А это что? Портсигар. Пустой. С инициалами BP. BP. Вам это о чем-нибудь говорит, мистер Хардман? Вообще-то да. Возможно, это портсигар Бернарда Паркера. Кто он такой? Это мой молодой друг, коллега по бизнесу. И перчатка тоже может быть его. Почему вы так решили? А потому что он потерял только обе перчатки. По крайней мере, мне так сказал. Простите. Что скажете, Пуаро? Очень странно. Перчатка и портсигар – двойная улика, я бы сказал. А работы в 4 раза больше. Двойная улика – это слишком много. Оставить перчатку в сейфе? Может быть, преступник спешил или кто-то его спугнул? Пуаро. Позвольте представить, это графиня Вера Русакова. Она была моей вчерашней гостьей. Очень приятно, мадам. Месье, рада познакомиться. Эркюль Пуаро. К вашим услугам, мадам. Какой чудесный парк, месье Пуаро. Как мило с вашей стороны сопровождать меня. Мне хотелось привести вас в такое место, прекрасное, как и вы. Вы не должны так говорить, месье Пуаро, а то я расплачусь. Сегодня такой чудесный день. Мне было так одиноко, когда я приехала сюда. Да. Я знаю, что такое приехать в чужую страну и ни одной родной души. Да. Вы ведь тоже иммигрант. Да. В Бельгии я был шефом полиции. А потом началась война. Тогда я приехал в Англию и поселился в деревушке Святая Мария. Это было тяжелое для меня время. Так далеко от своей родины, от своих близких. Бедный месье Пуаро. Но у меня было своего рода состояние, то есть меня спас мой талант. И теперь меня считают самым лучшим детективом в Англии. Пуаро у себя? Боюсь, что нет. А Гастингс? Дома. Разрешите. Где он? Инспектор, у вас все в порядке? Нет, не все. И дай бог, если я останусь старшим инспектором до конца этой недели. Так плохи дела? Прошло уже 3 дня, Гастингс. И никакого сдвига. Вашим делом занимается Пуаро. А вы чем? Видите ли, мне кажется, в этом заключается стилистика данного расследования. Эти кражи драгоценностей меня доконают. Не волнуйтесь, старина. Вы же знаете Пуаро. Неужели у него что-нибудь получается? О, да. Я уверен, что он на правильном пути. Итак, вы расследуете дело о краденных драгоценностях. Это очень простое дело, мадам. Ну, конечно, для лучшего детектива Англии. А меня вы подозреваете? Вы советуете? Ну, ведь я там была. Это верно. Скажите, мадам, почему вы вернулись в этот дом на следующий день? У меня была назначена встреча с мистером Хардманом. Я собиралась продать свои драгоценности. Thank you.
В свое время в Петрограде у меня был дом, похожий на этот. Сначала дом. Потом часть дома. Потом комната. А потом и вовсе ничего. И поэтому я должен сделать вывод, что кражу совершили вы? Нет. Просто сама жизнь украла. Украла у меня все. Что ж, нужно было предполагать, что это может случиться. Он действительно влюбился. Вы уверены, капитан Гастингс? Вы бы только его видели. Впрочем, мы не видели его уже целых 3 дня. На него не похоже. А что будет с бедным Джепом? Похоже, ему не снести головы. Ах, если бы мы могли помочь. А почему бы и нет? Ну как? Слушайте, по словам Маркуса, во время концерта в дом заходили только 4 человека. Именно тогда и пропали драгоценности. Бернард Паркер, Мартин Джонстон, леди Дранкун и графиня. А вдруг это она? Этого быть не может. Я надеюсь, что это не она. Что будем делать? Допросим оставшихся 3 и сами расследуем это дело. Джеб подозревает того бродягу, которого упустил констебль. Но все равно поговорим с этими. Начнем с мистера Джонстоуна. Как вы смеете, сэр? Если мне потребуется ожерелье, я пойду в ювелирный магазин и куплю его. При желании я могу купить весь ювелирный магазин. Но почему вы вернулись в дом, мистер Джонстоун? Простите, но у меня была в этом нужда. Кто-нибудь может это подтвердить? Итак, леди Ранкон, вы не отрицаете, что действительно заходили в дом? Я ведь только что сказала вам, капитан Гастингс. Вы там видели кого-нибудь? Да, кто-то внизу у лестницы выходил из туалетной комнаты, но я не видела, кто. А почему вы зашли в дом, леди Ранкон? Я зашла за своей сумочкой. Я забыла ее там. Итак, дорогая графиня, завтра я веду вас в Тейт-галерею на выставку Тернерс. Я нахожу работы импрессионистов очень впечатляющими. А вы, Эркюль? В общем, да. Только я не знаю, чтобы кто-то из моих знакомых обращался ко мне по имени. О, простите. Ради бога, простите. Мадам. А вот это мне очень нравится. Марк Шагал, тоже русский, изгнанник. По-моему, он живет в Париже. Говорят, что он конструктивист. Но вы только посмотрите на его картину. Да. Он все еще с Россией, как будто и не уезжал. Как и вы, графиня. О, нет. Там сейчас все по-другому. Сталин, Гитлер. Там все изменилось, все. До свидания, леди Ранкон. До свидания, капитан Гастингс. Капитан Гастингс, посмотрите. Би-би-би. Бернард Паркер. Да, я кое в чем помогаю Маркусу, то есть мистеру Хардману. Я устраиваю ему самые щекотливые сделки.
Что вы хотите этим сказать? Когда клиент не хочет очернять своего имени, я выступаю в роли посредника. Не понимаю. В высшем обществе никто не может быть стеснен в средствах. По крайней мере, никто в этом не признается. Поэтому, если это происходит, они обращаются ко мне, а я иду к Маркусу. Вы не теряли перчатку, мистер Паркер? Перчатку? Этот противный инспектор Джеппи уже замучил меня этой перчаткой. Вы знаете, он даже хотел меня арестовать. Так это ваша перчатка? Да. Но я ему уже сказал, что в начале концерта обе перчатки были на месте, а потом исчезли. Что до портсигара, я никогда раньше не видел его. Но на нем ваши инициалы. Дорогая моя, я думаю, вы найдете еще очень много людей с такими же инициалами. Кстати, вы никогда не вышивали? Вышивал? Ну, вышивание — это такое рукоделие. Нет. Нет. А идеальные преступления? Этого не бывает, графиня? Может быть. Да, вот что я слышала. Прежде была еще одна кража, очень похожая на эту. Только тогда это были бриллианты. Продолжайте. 12 человек сидели в гостиной. Сейф был в соседней комнате. Хозяйка сама лично перед этим проверяла, на месте ли бриллианты. А потом? Сейф был открыт. И пуст. И никаких улик? Абсолютно. Как странно, что вы решили рассказать об этом именно мне, графиня. Я тоже об этом читал. Да? Это бриллианты леди Атертон. Да, действительно, полиция была в недоумении, но это потому, что они смотрели на это под английским углом зрения. Я вас не понимаю. Их заботят герцоги, герцогини, леди и лорды, но они не задаются одним вопросом. Каким же? Кто же был на том ужине? Как и на званом вечере у месье Хардмана, как и на двух других приемах, во время которых также исчезали драгоценности. Итак, вы считаете, полиция не может расследовать дела, будучи слишком английской? Или от того, что преступник слишком не англичанин? Я так благодарна вам за этот вечер. Графиня. Мы завтра увидимся? Утренний завтрак? Да. Карлтон отель. Может быть, Бернард Паркер был влюблен в леди Рамтон. Он мог подарить ей выживку, а нам солгал. А я уверена, что лгал Джонстон. Я уверена, что это он. Эй, Пуаро. Учите русский? С чего это? Незаменимая вещь, мой друг. А я дальше алфавита не ушел. Алфавит действительно сложный. Да, как и наше дело. Об украденных драгоценностях? Месье Пуаро, мы расследовали это дело. Вы ведь не единственный детектив в Лондоне. Да-да, дорогой мой. Ну и что же вы смогли выяснить? Мы пришли к выводу, что Бернард Паркер шантажирует леди Ранкон. Мы узнали, что у нее большие долги, и что недавно она продала с аукциона 4 картины. Наверняка, чтобы откупиться от Паркера. Итак, вы говорите, что леди Ранкон нуждается в деньгах? Да. А не более логично было бы, если бы леди Ранкон хотела встретиться с месье Паркером по поводу продажи своих драгоценностей? Насколько я знаю, он этим занимается. Но как же та вышивка? Там его инициалы, BP.
Ну, тогда бы я спросил себя, какую фамилию носила леди Ранкан до замужества? Об этом я не подумал. Если бы вы были Эркюлем Пуаро, то подумали бы обо всем. Леди Ранкан, урожденная Беатрис Палмерстоун. Би-пи. Мсье Пуаро прав. Ну хорошо, Пуаро. А вы что думаете? Мне кажется, вам надо задаться одним вопросом. Да? Бродяга, что он там делал? Ответ вы найдете. Если вернетесь к дому месье Хартмана, я бы советовал вам завтра съездить туда. А вы? Этот случай не интересует Пуаро. У меня пропал энтузиазм. Да ведь и вы сами сказали, что я не единственный детектив. Так-то оно так. Но что будет с беднягой Джепом? Скотланд-Ярд. Нет, сэр, пока ничего, сэр. Но у меня есть некоторые зацепки. Нет, сэр, пока никуда не привели. Но если бы вы дали мне еще немного времени... 48 часов? Да, сэр, правда, я надеялся, что немного больше. Не волнуйтесь, сэр, за вашу жену, можете быть спокойны. Если хотите, я сам могу поддерживать с ней связь. Что вы, сэр, я совсем не это имел в виду. Хорошо, сэр. Да, сэр. Я работаю над этим, сэр. Я сделаю, как вы сказали. Редферн и Блейк, частные детективы. Благодарю вас. Добрый день. Позвольте мне представиться. Пуаро? Неужели тот самый Эркюль Пуаро? Именно так. Пожалуйста, не желаете присесть? Нет, благодарю вас. Что мы можем для вас сделать? Одному моему другу нужно срочно помочь. Я сам не могу, поэтому прошу об этом вас. Вы хотите, чтобы мы поработали вместо вас? Да. За меня и от моего имени. Наверное, это важное дело, раз вы к нам обращаетесь, мсье Пуаро. Это дело чрезвычайной важности. На чашу весов ставится честь. Нет, целая жизнь. Но Эркюль Пуаро должен остаться в тени. Бродяга, что он тут делал? Не понимаю, чего мы добьемся, если будем здесь слоняться. Мы должны быть очень внимательны, капитан Гастингс. Мистер Пуаро знал, когда посылал нас сюда. Итак, в дом вошли 4 человека. Значит, это был кто-то один из них. Может, леди Ранкан? Если в девичестве ее звали Беатрис Палмерстоун, портсигар мог принадлежать ей. Би-пи. Может быть, она работала вместе с Бернардом Паркером, ведь они были в доме в одно время. А как же этот чертов бродяга? Его с какого боку пристроить? Мисс Лемон, смотрите, там. Это он. Ждите здесь. Эй, вы, стойте. Капитан Гастингс, у него пистолет. Вы в порядке? По-моему, да. Вы слышите? Первый раз и вижу, чтобы бродяга сидел за рулем. Капитан Гастингс, это йод. Я предупреждала, будет больно. Мой друг, как мне больно? Это я послал вас? Пуаро, вы не виноваты. Нет, виноват. Ведь это я послал вас к дому Хардмана, и если бы не ваша блестящая реакция... Мистер Пуаро, он стрелял 4 раза. Я знаю, мисс Лемон.
Откуда вы знали, что бродяга вернется? Я не знал, но я все же глупец, как я раньше не понял. Я и сейчас ничего не поняла. Мисс Лемон, позвоните, пожалуйста, инспектору Джеппу. Скажите, что мы собираемся в доме Маркуса Хардмана. А как же ваш ленч с графиней? У Хардмана буду после завтрака в 3 часа. И куда вы с ней едете? Куда прикажет графиня? Мадам, я восхищен. Все так великолепно. Обыкновенный пикник. Какие раньше были пикники? А если они... Ну, Пуаро с графиней. Ведь он не... А если? Не знаю, что и думать. Я его таким раньше не видел. А теперь тост. Позвольте, я предложу. За преступление. Странно слышать такой тост из уст детектива. Но в этом смысл моего существования. Моей жизнью правит преступление. И свело нас вместе. Преступление. Тогда за преступление. Ну как он мог? Как он мог? Здесь вы совершенно бессильны. А вы? А я отдамся путешествиям. Знаете, я всегда мечтал съездить в Южную Америку, к фермерам. Но вы будете без него скучать? Конечно, буду. А вы? Я не хочу больше об этом говорить. И вот что я еще подумал. Да. Мы с инспектором Джеппом ведем расследование. Его нужно довести до конца. Я могу вам чем-нибудь помочь? На этот раз, мне думается, преступник должен исчезнуть, вернее, никто не должен узнать его имени. А это зависит целиком от вас. От меня? Думаю, что да. Тогда вот это. Во время концерта только 4 человека заходили в дом. Графиня, месье Джонстоун, леди Ранкун и Бернард Паркер. На тщательное расследование, проведенное моими коллегами, исключило месье Джонстоуна и леди Ранкун. Джонстоуна, потому что он очень богатый человек. А леди Ранкун? Леди Ранкун исключена потому, что она вошла в дом для того, чтобы встретиться с Бернардом Паркером. Не так ли, месье Хардман? Да, но никто не должен об этом узнать. Весь мой бизнес держится на полной конфиденциальности. Хорошо. И, наконец, остается графиня. Она ведь тоже входила в дом, чтобы накинуть пальто. Пальто? Но ведь вечер был очень теплый. Действительно, инспектор.
Но я пробыла на вечернем воздухе уже без малого час. Да, но... И простите меня, еще одна нота, взятая этим японским контральто, и моя голова лопнула бы. И когда вы были в доме, графиня, вы увидели чью-то фигуру, так? И, очевидно, вы спугнули его. Да, но я видела его только мельком. Куда он направлялся? Из этой комнаты в сторону окна. Да-да. Окно возле разросшегося плюща. Итак, мы снова возвращаемся к версии о том бродяге. Зачем он возвращался к дому? Да, и откуда у него такая машина? Бродяга, который вовсе бродягой и не был, в тот вечер забрался в дом по зарослям плюща. А окно для него было не проблема. Да и сейф он открыл без особых трудов. А как же улики? Перчатка принадлежала Бернарду Паркеру. Она положена туда, чтобы перенести подозрение на него. Портсигар принадлежит леди Ранкон или в девичестве Беатрис Палмерстоун. Но я не думаю, что она в этом признается. Почему? Потому что она принесла его, чтобы продать. Она никогда в этом не признается. Она слишком самолюбива. Именно так, мисс Лемон. Так бродяга забрал ожерелье. А что было потом? Он вернулся к окну, но тут его спугнула графиня. Он поскользнулся и вывалился из окна. А ожерелье? Ожерелье он выронил. За ним и приходил во второй раз. Одну минуту. Вот и все. Зеленое на зеленом. Мое ожерелье. А как же бродяга? У меня по-прежнему чешутся руки, Пуаро. Я вас понимаю. Но боюсь, что слишком поздно. В чем дело? Понимаете, она сказала... Кто? Графиня. Она сказала, что певица была японкой. Но ведь эта пианистка была японкой. Ну и что? Если бы она действительно оставалась в саду в течение часа, то не могла бы этого не заметить. Спокойной ночи. Мисс Лемон, я думал, что вы ушли. Мне нужно было еще составить ряд писем. Вы поздно сидите, мистер Пуаро. Да, я читаю отчеты инспектора Джеппа по поводу краж драгоценностей. Моя работа, мисс Лемон, не всегда такая однозначная. Вы так много работаете, мистер Пуаро. И иногда мне кажется, что вам... Да, мисс Лемон? Ничего, мистер Пуаро. Спокойной ночи, мисс Лемон. Спокойной ночи.
До вашего поезда осталось 10 минут. Да. Потом вы пересядете на корабль и в Америку. Да. Спасибо. Мадам, вы самая восхитительная, самая необыкновенная женщина, которую я когда-либо встречал. Но мы с вами... разные. Именно так. Вы должны продолжать свое дело, а я свое. Но только не в одной стране. Да, графиня, позвольте вам представить двух своих коллег. Месье Редферн и месье Блейк. Добрый вечер, мадам. Они, как и я, являются частными детективами. Вы действительно считаете, что мне нужны сопровождающие? Нет, они просто будут вас охранять. Во время вашего короткого визита в Англию было совершено 4 хитроумнейших кражи. Я не хочу, чтобы была пятая. Конечно же. Они вооружены? Насколько мне известно, у месье Редферна имеется оружие. Да, заряжено холостыми, естественно. Да, месье Редферн очень правдоподобно сыграл бродягу. Бедный Гастингс. Но все же было необходимо сбить его со следа. Совсем забыл. У меня кое-что для вас есть. Подарок на память? Сувенир. Портсигар? В нем ключ к разгадке. Но зачем он мне? Здесь чужие инициалы. Би-пи. Да. Но в русском языке би читается как в. Разве не так? А Пи читается как Р, то есть Вера Русакова. Вы пытались разобраться в русском? Поэтому сохраните это. Он будет напоминать обо мне. Я никогда вас не забуду. Эркюль. И я вас, графиня. До свидания. Хью Фрейзер, Филипп Джексон, Полин Моран, Кика Макем и другие. Сценарий Энтони Горовиц, оператор-постановщик Крис Одель, музыка Кристофер Ганнинг, продюсер Брайан Гастман, режиссер Эндрю Пиддингтон. На русский язык фильм озвучен на киностудии «Фильм Экспорт». Перевод Светланы Кармашовой, режиссер Наталья Рогова,
звукооператор Татьяна Борисова, инженер звукозаписи Светлана Ширина. Роли озвучивали актеры Людмила Гнилова, Ольга Силина, Марина Тарасова, Алексей Борзунов, Владимир Конкин, Алексей Инжеватов, Рудольф Панков.